Не подскажете, с какого года существует ОТС? Поехали. Добрый день. В эфире новости. С вами Елизавета Савельева. Добрый день. В эфире новости. С вами Елизавета Савельева. Ну, отлично, отлично. Сейчас они в больнице. Южный Техас – популярное место для нелегального пересечения границы. Мигранты едут на грузовиках через контрольно-пропускные пункты в Сан-Антонио и оттуда расселяются по всей стране. Работал один сезон на утренней программе на «Звезде» сегодня утром. На УТР полгода. Ну, как-то нормально, нашлись. Расскажите, как все вообще себя попали? Как Ну, я долго работал на региональном телевидении. Мне уже 33 года. Я со второго курса института работал на телеке, но я работал не по специальности, потому что по специальности я инженер-программист, просто со второго курса понял, что этим заниматься не буду, но никуда не в МГУ на тот момент уже поступить было лично мне нереально, а на региональную журналистику я знал, что на низком уровне, я просто не пошел, остался обучаться в Бауманском, я закончил калужский филиал Бауманского из Калуги, и после этого уже перешел на крупную себе радиокомпанию областную, но она достаточно крупная, потому что по меркам даже других телерадиокомпаний региональных, она неплохая. То есть есть покрупнее, ну понятно, мы Москву-24 вообще не берем, да, но были определенные возможности. Начиналось с ГТРК, то есть это калужский филиал, ГТРК Калуга, потом перешел туда, ну то есть прошел весь путь, начиная там вот... Там везде были ведущими? Нет. Когда ты приходишь и говоришь, я хочу быть ведущим, тебе кивают так, ага, говорят, да, тут вон, видишь очередь до забора, все ведущие, да, приходят. Ну, все приходят в основном без опыта, но хотят быть ведущими. Вы сначала работали кем? Сначала работал стажером, бегал за корреспондентом, таскал штатив на съемки. Здесь нет, конечно, там нет, как здесь, такой бригады, конечно же, новостной, да, то есть нету, например, ассистентов и прочего, то есть поэтому у корреспондентов несколько больше обязанностей на региональном телевидении, пониже зарплаты, побольше обязанностей, но тут просто разность экономик и так далее. Ну, в общем, потаскал штативы, попробовал пописать тексты, конечно же, по 7 раз переписывать меня отправляли редакторы первое время, ну, потому что я не из этой сферы, и так постепенно уже... Долго вы так работали на подхвате? Ну, мне повезло, потому что там меньше было ставок, чем здесь, например, было бы, но там и требования были ниже, но, тем не менее, все основные места были... занятый, и просто там десант в Москву уехал в одно время, там прям несколько редакторов, корреспондентов и один из ведущих. Вот освободилось место, потом освободилось за ним еще одно место, и надо было два человека найти. Вот взяли одну девочку, взяли меня. А как изначально отправляете резюме, чтобы попасть хоть даже на... Собеседование, резюме, да. Соответственно, туда я просто пришел, там был набор. Я на телевидение попал случайно, потому что на тот момент я еще в институте не знал, чем буду заниматься. Точно понимал, что мне неинтересно то, на что я обучаюсь. Пришел как-то домой. На тот момент девушка мне сказала, посмотри, вот требуется набор. Там шла действительно реклама, что на ГТРК Калуга требуются корреспонденты, ведущие и так далее. Она говорит, пошли, я говорю, не пойду. Она говорит, нет, пошли, взяла меня за руку, и мы пошли. Собственно, так и началось, да, вот. Вот все состоит из случайностей. Какие-то знания инженера вам пригодились в вашей работе? Нет, в основном просто социализация. Институт дал мне... Ну, потому что это работа не по профилю вообще абсолютно. А вы в очках ведете? Да. Ну, не плавно. Ну, разрешается? Да, конечно. Вы вот пришли на ОТР, вас пригласили или бы вы отправили... Нет, пригласили меня на «Звезду», а на ОТР после «Звезды» меня порекомендовали. Ребята просто, которые работали на «Звезде», несколько человек пришли сюда. Кто-то просто перешел, кто-то до сих пор совмещает и «Звезду». Вот режиссер утренней программы Настя, она, например, совмещает. Она также режиссирует на «Утре», здесь она на «Новостях», и еще на НТВ на «Новостях» подрабатывает. И когда вас порекомендовали, вас как-то здесь кастинговали? Или да, просто... конечно, я приезжал. Причем самое интересное, у меня такая рыбки на память, я запоминаю только то, что мне интересно. Я когда сюда приехал уже после рекомендации, вот сейчас, перед тем, как меня взяли на работу, я вспомнил, что я когда-то сюда забегал, очень быстро приезжал на несколько кастингов и забегал тоже сюда. Я даже вообще про это забыл, тогда меня не взяли. Но это было давно уже. Да, я просто вспомнил вот эту рубку, потому что вот то, что там в углу, это изначально то место, откуда вели ведущие. Вот там прям в углу вы увидите маленький закуток, там стоит камера, стоит свет, все выстроено. А за что за эфир?
А что? ТЭФИ, за что? Нет, у меня нет, у меня номинация ТЭФИ. Да, у нас там полуфинал или финал, а у моих коллег, у телекомпании Никос, раз два ТЭФИ, да. Один за документальный фильм Максим Васюнов, он сейчас в литературных кругах достаточно популярный человек стал. Да. А вот голос, вы как? Он никак. Поставленный у вас с юности? Да, да, да. Нет, не с юности, это все как-то само собой складывается. Ну, просто такой тембр. И вы как в жизни разговариваете, так и... Никогда не занимался. Меня периодически спрашивают, что вы читали и где вы занимались. Ничего не читал, нигде не занимался. Но вы как в жизни разговариваете, так и на экран, да? Ну, одинаково. Или... Нет, нет, ну... В эфире все равно чуть пониже, конечно, голос. Еще ниже, да? Да, покажите. Да нет, ну вот так. Но когда начинаю чуть поднимать, да, когда начинаю, вот, ну, в эфире стараешься вот всегда сохранять такую ровную планку, ты же там так не экспрессируешь, ну и, соответственно, тональность, она не так сильно отличается, то есть резонанс не очень большой. А темпоритм обязательно надо быстро говорить? Нет, а все зависит от эфиров. С утра нужно... Коротко, бойко, и нужно человека разбудить. Например, если мы подводим итоги, то понятно, там и текстовка, посыл, вообще все другое, и поэтому у тебя задача донести информацию. С утра она даже, можно сказать, она не вся усваивается в любом случае. Поэтому там несколько других... Ну, ты что-то там слышал, там, не знаю, готовил там дома, может быть, даже если ты все посмотрел, то все понял. А так ты, я не знаю, пил чай, собирался на работу, что-то понял, ну, суть уловил и все. Но вот вы пьете чай, разговариваете дома с домашними вот таким голосом или помягче? Нет, нет, помягче, конечно. Такой вот вопрос. Сейчас вы, кроме того, как основную функцию ведущего выполняете, вы пишете себе тексты, подводки? Здесь меньше, в регионе больше. Здесь просто больше бригада. Потому что в регионе я прихожу, я, ну, разве что только новости не ищу. Потому что я продолжаю до сих пор совмещать. Я вот, например, сегодня после эфиров поеду в Калугу. У меня завтра будет уже там свой эфир и там свои съемки. И там редактор, корреспонденты пишут исключительно то, что они снимают на съемках. Иногда кого-то дежурным ставят, кто помогает редактору. А так очень много на редакторе висит, поэтому, когда приходит ведущий, ты обрабатываешь какие-то тасовские там из газеты.ру новости, но они уже как-то написаны, ты их переделаешь под себя. Какие-то вообще абсолютно приходят сырьевые моменты. Какие-то журналисты с районов присылают якобы готовые материалы, но там так написано, что надо вообще все нафиг переделывать. Да. А вы только новости читаете или у вас еще так бывает, что эксперта приглашают, и вы должны брать у него интервью? Здесь нет, там да. Угу. Да, там и эксперты бывают, и итогами я занимался, и на радио работал, и спортивная программа у меня была с рубриками. И поэтому вот если это какая-то новостная история с экспертом поговорить о текущей ситуации, то вам тоже в этом нужно разбираться в повестке, да? Как-то. Ну, конечно. Чем больше ты погружен в процесс, тем больше у тебя шансов сделать классное интервью и задать какие-то эффективные вопросы. Не для того, чтобы интервью просто прошло и, слава богу, все перекрестились и вышли. А, ну, действительно, может быть, что-то... Ну, здесь, на самом деле, такой посыл, если особенно тема, она касается, допустим, социалки, то, ну, классно зайти в студию с ощущением, что вот сейчас я вот этого чувака, чиновника, додавлю, и что-то, чтобы он зрителям сказал полезное. Чтобы, когда человек, если что-то включил, вообще, конечно, кайф получаешь, когда что-то полезное человек увидел. Да. Да, да, да. А почему на радио не остались? Да и на радио вообще так. Вообще, можно сказать, пробегом. Ну, я на самом деле просто участвовал в спортивной программе. Когда у нас была итоговая программа на телевидении спортивная, мы еще делали спортивную программу на радио раз в неделю. Она была часовая или получасовая. А на региональном танцуфлёре есть или вы по памяти? Да нет, везде есть, конечно. Конечно. Да даже у YouTube-каналов сейчас у всех есть суфлёры. Юра Дудь тоже все 100% не вспоминает. И ухо у него есть. Да все есть, конечно. А такой вопрос... Илья, вы меня немного сбили. Вот какие у вас рекомендации есть для кастингов, когда уже... Спасибо огромное, до свидания. Когда вот нас, допустим, пригласят тоже потрактоваться на кастинг, на канал, что вы можете посоветовать именно на кастинг? Как себя проявить? На кастинг... Да здесь, на самом деле, вообще банально. Самое простое, и в то же время это и есть самое сложное, это оставаться собой и перестать нервничать. Угу. То есть нужно какие-то приемы всегда. Это у театралов такая же история. Кто-то становится... Ну, чтобы понять, как они выглядят, они становятся перед зеркалом. Проговаривают и смотрят на себя, как все выглядит в зеркале. Угу. А здесь нужно просто понимать, как ты в жизни можешь успокаиваться. Когда ты выступаешь на публике, когда ты
делаешь какую-то, не знаю, общественную работу, которая привлекает к себе кучу внимания, кучу пар глаз и так далее. Как заставить себя не нервничать? А на самом деле не нервничать, это все равно все зацикливается на том, что ты, когда являешься собой вот в этот момент, потому что если ты думаешь, как на тебя посмотрят, ну, на самом деле все друг на друга смотрят, и те, кто на тебя смотрит, на них тоже смотрят, и они также ошибаются и так далее. Но ты думаешь, что ошибаешься только ты, вот это все из головы главное выкинуть. И, ну, я сам, ну, не было ни одного, наверное, эфира, чтобы я прям совсем нервничал. Ну, если только совсем уже устаешь и на автопилоте работаешь, когда, тогда уже вообще по барабану, но ты и не ошибаешься, кстати. Сам уставший и безошибочный, как правило. А ваш кастинг в чем заключался? То есть вы прочитали текст суфлера, потом вы там что-то поимпровизировать попросили? Или вот? Нет, сюда я вообще приходил изначально на ведущего утренней программы, поэтому, когда меня посадили в студию, примерно сказали, вот программа есть столько-то блоков, первый блок про это, второй про это, третий про это. И дальше это, ну, как разгоны называются, просто тему обозначили, какую-то шапку кинули, и дальше начинается разгон. Там уже была импровизация. А когда, соответственно, уже на новости, меня практически не пробовали, потому что здесь такой кадровый коллапс возник. И сказали, мы тебя на утро пока посадить не можем, ты еще практикуешься, но новости ты уже ведешь, поэтому вставай на новости. Но на новостях, несмотря на то, что я работаю там уже много лет на новостях, я все равно здесь понервничал, понаошибался, но вот в итоге как-то подуспокоился, притерлись и все. Нормально. Но язык должен быть подвешен, импровизация хорошо развита. Ну, конечно, ну и прямой эфир, это история, у нас недавно и суфлер поехал, и... Там и у режиссера что-то с видео случилось, вместо того, чтобы показывать шпигель, меня начали показывать в кадре, хотя я должен был вообще с листа шпигель читать. То есть в любом случае надо быть готовым к вызовам каким-то, которые... А как развиваете импровизацию? Развивали? Я еще ведущий мероприятия работаю. Это все, это постоянно тренажер, да. Это все. Немного занят. В очередь, да? Это все, в общем, как... Ну, я везде аналогии провожу в жизни, как со спортом. То есть это нужно постоянно тренировать. Да. Даже когда ты на 2-3 недели уезжаешь куда-то в отпуск, потом становишься в эфир, первый эфир, они всегда стрессовые, потому что уже отвык. Все, голова переключилась. Ну, и, например, вести мероприятие, то есть выступать перед живой аудиторией и перед телеаудиторией, тоже разные вещи. Хотя все говорят, что это просто, это разные работы. Ну, вы вели мероприятия, там, свадебные или концерты? Ну, разные приходилось. А когда приходишь на телевидение, они не ругают за то, что ты там... Нет. Вот, здесь по договоренностям все. Какой здесь у вас примерный график? То есть сколько в неделю дней работаете или часов в день? Ну, здесь сейчас такой момент. Сейчас есть определенные кадровые сложности, но вообще мы договаривались, что неделю через неделю здесь буду работать. Неделю здесь и неделю... Ну, я изначально приходил. Изначально было каждый день, да, сейчас это 5-6 дней в неделю, потому что все-таки, ну, двое ведущих в день, и мы раскидываем друг с другом. Ну, в идеале, конечно, выходные должны быть просто один выходной один ведущий, другой выходной другой. А так, да, первые там 3-4 месяца меня ставили, да, на все 7 дней. И сколько часов в день тут в эфире? Ну, выходной, несмотря на то, что эфиры короче, но они просто, я бы сказал, размазаны по всему дню, ты приходишь все-таки с утра, а уходишь совсем вечером. А с утра это во сколько плюс? Если выходные, то ты приходишь, можешь прийти в 9:30, а вот в будние дни, там двое ведущих, первый ведет первую половину дня, первый эфир в 8 утра, поэтому, ну, я лично прихожу в 7, кто-то приходит раньше, кто-то приходит чуть позже. И ухожу, ну, в 2 где-то дня, но это здесь, опять же таки, на других каналах, может быть, по-другому. А другой ведущий вечерний, он приходит в районе 00:30 и уходит, ну, сейчас упростили эфирную сетку, потому что лето это всегда отпускные месяца, и поэтому 9:00 отменился. Ну, вчера я ушел в 19:30, короче. Да, а до этого, пока они отменили 9:00 выпуск, я уходил в 10:00. А как удается личную жизнь совмещать с работой или не удается? Ну как, удается, почему? Отдыхать. Ну, вот по-разному, не знаю, у меня коллеги умудряются и на серфинге кататься, да чем только не занимаются. Ну, нет, на самом деле, в любом случае, в любой профессии все зависит от человека. Это всегда все от человека. Да, неважно, кто-то же шахтер, ученый, телеведущий, вообще неважно. А можете сказать, что вы вот нашли свое? Вы говорили, что в институте, когда учились, это было не ваше. То есть, а здесь... Да нет, ну 100%, да. Я поэтому остаюсь. Я даже с того телеканала, который мне сейчас совсем немного денег приносит, я все равно остаюсь.
Просто потому что занятость второй недели, пока ну, что-то найду, когда полноценное, более достойное, тогда да. Сейчас, ну, я там много лет провел, для меня это не только деньги, для меня это сейчас чуть больше, поэтому... Вот. Сколько времени вот занял путь, получается, до телеведущего? Там были помощник корреспондентом, были потом еще кем-то за кадром, да? Я сейчас вспоминаю, ну, я не знаю, мне кажется, ну, от года до двух, наверное, где-то так. Это немного, но это на региональном телеке. Mm-hmm. Но, мне кажется, здесь это все очень ситуативно. Да, потому что, особенно сегодня, я смотрю, как проходят кастинги, если у тебя есть опыт работы, и ты можешь что-то показать сразу, то у тебя велик шанс попасть в эфир, если в тебе очень требуется канал, и ты понравился руководству. Потому что все кастинги, ну, тот, кто работает в кадре, к ним особое внимание пристально, естественно, их отсматривает все руководство, если да, то да. А кастинги вот постоянно проходят, либо выборочно, там, раз в месяц, вообще от чего это зависит? Ну от потребности зависит телеканала. То есть, если есть кастинг, ты о нем узнаешь, да. Но в любом случае, все, кто очень сильно хотят сами изменить свою жизнь, они делают рассылки. Они рассылают резюме, выходят как-то на HR-ов или продюсерский отдел, который занимается в том числе подбором кадров, просматривают разных людей, они, соответственно... А вот к резюме, что еще, шоури или выбор конкретно посоветовали? Вот здесь у меня на самом деле такая самая просадочная позиция. Я слабый продажник себя. То есть я могу кому-то что-то посоветовать. Вот из себя. Я поэтому не знаю. У меня как такового резюме, честно говоря, даже толком нет. Я его всегда что-то на коленке написал, кому-то отправил, там, я не знаю, Свет, посмотри, Света посмотрел, такой, ну все, отправляем Харькову на звезду. Или отправляем, там, не знаю, Акулову или ЛТР. На самом деле, что ценится? Ценится работа в кадре, ну, ты должен быть просто максимально живым. То есть в кадре ты должен жить. То есть те, которые начинают. Вот если человека берут на утренний эфир, на новостной, неважно куда, и он начинает вот все эти театральные паузы. Ну, приходили актеры сюда, я видел, это прям реально читается. То есть, да я тоже меня часто диктором называют, но это на самом деле все зависит от повестки. Да. Потому что если новости человечные, то я никогда диктором не являюсь. А вот, ну, раньше только, когда просто очень сильно боялся кадра. А если резюме отправляешь на телевизионный канал, там нужно писать только то, что связано с телевидением, или... Слушайте, я на самом деле сторонник того, чтобы указывать более объемную информацию. Я всегда говорю, что у меня есть опыт работы ведения мероприятий. Но у меня же, это же не только какие-то корпоративы, на самом деле опыт работы на мероприятиях дает очень много чего. Ты, например, я вел Сберовский один деловой форум, это в Калуге было. У меня просто была рыба, то есть написано первый блок такой, второй такой, третий такой. Все остальное это мои слова были. Все, и ты подводишься к спикеру. Сегодня приехал федеральный спикер там по ценным бумагам, там, финансовым рынкам. Все. И ты что-то там вспоминаешь, что у тебя в новостях было, ты импровизируешь. Сейчас такая-то ситуация, понятно, там нестабильная валюта, там бла-бла-бла. И вот как действовать в такой обстановке, нам расскажет, там, не знаю, эксперт по ценным бумагам. Но это вы через агентство работали или сами? Ну, это какая-то наработная база. Где-то. Вот я говорю, я себя в этом плане слабо продаю. Никаких реклам в Инстаграме нет. С агентствами, по сути, тоже ни с какими. То есть с какими-то организаторами, сколько уже удалось поработать, они звонят. А так заходишь там, 100 лучших ведущих Москвы, это вот, они там все, вот пожалуйста. Я вообще не любитель. Да, мне Инстаграм этим не запомнил. Напутствие, дай цена. Напутствие? Да. Заниматься любимым делом. Я лет 5 как уже пришел к понятию миссия, надо понимать, зачем ты это делаешь. Ну, потому что важно. То есть, ну, просто зарабатывать деньги, на мой взгляд, никогда не удастся. Но это всегда к чему-то приведет, не к тому. Ну и максимально оставаться собой, потому что всегда будут люди, которые захотят ущипнуть, скажут что-то не то, даже иногда не задумываясь. Но есть люди с сильной энергетикой, которые могут на тебя как не так повлиять. Надо всегда оставаться собой, ну прям вот нужно верить в свое дело, правда. Ну а если ущипнули, как реагируете, что как? Ну здесь уже каждый индивидуально. Кто-то толстокожий, кто-то в эзотерику верит, кто-то не верит, кто-то пойдет, там, не знаю, спички в стакан с водой попускает. Телевидение – это как шоу-бизнес, и любая творческая среда – это очень конкурентная сфера, поэтому ты сам за себя можешь только постоять, за тобой никто не будет. Сюси-пусь. Да. Ну, есть какие-то близкие люди тоже, которые всегда со стороны могут что-то посоветовать. Ну и надо, конечно, стараться расти. Прежде всего, становиться
не выигрывать конкуренцию с кем-то, а конкуренцию с собой. Да, вот я скорпион по натуре, мне вот постоянно, если выхожу, что-то плохо в эфире прошло, я всегда расстраиваюсь и вот хожу, гружусь потом, блин, надо было вот так сделать, вот так сказать. Я, то есть, хожу и гружусь, а кто-то выходит, там какие-то косяки, уже смотрю, уже переоделся, уже след прошил. Я еще сяду, там эфир пересмотрю. Да, это точно, это как спорт. Угу. Да, да, 100%. Ну, конечно, ты делаешь выводы, чтобы на следующих соревнованиях выступить лучше. Все правильно, да. Вот. Все верно. Но в процессе, вот вы пришли сюда работать, и сейчас вырос же все равно, наверное, еще профессионализм, да? Мне сложно оценивать, я просто, у меня перед последним днем рождения какое-то обнуление произошло, я не понимаю сейчас себя ценности как профессионала, то есть я... Ну, я имею в виду, что руководство может же взять на перспективу, на вырост, оно видит, что есть у вас, допустим, потенциал. А, руководство, ну да, то есть мы опять трактовались на утро, потому что сейчас отпускной период, и утро появилось относительно недавно, только осенью прошлого года, поэтому была вообще одна основная пара, которая закрывала все эфиры. Сейчас, естественно, они говорят, мы уже устали, мы хотим в отпуск и так далее. Сейчас просматривались новые люди, эти новые люди тоже могут идти в отпуск, и поэтому... Всегда какая-то идет ротация, и так или иначе ты себя можешь где-то и проявить в том числе. То есть, если даже произошла просто ротация, то тобой дырочку какую-то заткнули, а ты можешь в этой, простите, дырочке себя хорошо проявить. Но я не скажу, что этот неплохо еще и на таком проекте смотреть. А есть какое-то время года, когда именно лучше подавать свои... Да нет, мне кажется, нет. Но в любом случае, лето – это всегда такой отпускной. Это каникулярное время, и на телевидении тоже. Какие-то проекты, как вот «Вечерний Ургант», если бы он сейчас, в принципе, работал, он бы сейчас, например, ушел бы в отпуск. И вот у нас сейчас итоговая программа уходит в отпуск. То есть при этом эффективнее подавать резюме или наоборот не нужно? Ну, скажу так, что штат комплектуется к началу сезона. Начало сезона, как и в школе, в институте, это с сентября. Потому что и эфирная сетка становится насыщеннее, какие-то проекты, наоборот, возвращаются. И, может быть, да, может быть, вот начнут просматривать. Сколько ведущих в штате? И мужчины или женщины? Вот это вообще не ко мне. Я не знаю. Это, мне кажется, вообще тоже по ситуации, потому что у нас здесь сейчас вообще постоянных ведущих 3 мальчика, 2 девочки, одну из них, из которых я уже давно не вижу. Uh-huh. Да. Хотя, когда я пришел, я так понял, было больше одно время девчонок. Ну, то есть, непонятно. Но у себя там, наоборот, я единственный парень ведущий, именно новостей. Больше новостников ребят уже давно нет. Uh-huh. Вот. Спасибо вам огромное. Да, очень здорово было пообщаться. Вообще, уже... Власти Шри-Ланки ввели жесткий режим экономии бензина. Премьер-министр страны сообщил, что из-за жесткого кризиса в экономике страна больше не может покупать топливо. Правительство уже закрыло школы и попросило его служащих работать из дома, чтобы ограничить движение транспорта. В ближайшие дни остановят и автобусное сообщение между провинциями. Улицы столицы опустели. Люди, которые надеются купить бензин, выстраиваются в огромные очереди. И последнее. В Кузбассе для любителей промышленного туризма сегодня открылась первая экскурсия. Строительная компания «Сибшахтострой» готова показать весь цикл работы предприятия. Посетители могут максимально прочувствовать на себе, что такое работа на серьезном производстве. И показывают процесс создания металлоконструкций от проката до готового изделия. Организаторы надеются популяризировать промышленные профессии и привлечь новых работников. Предприятие готово проводить в месяц 3-4 экскурсии. По времени это занимает около 3 часов. Попробовать своими руками пока мы не даем. Я думаю, мы к этому придем чуть позже. Сейчас мы позволяем максимально близко внедриться в процесс создания металлоконструкции. Максимально близко подходят, смотрят. Очень уютно. Очень правильно, по-домашнему, бережливо, грамотно, без лишнего лоска, но при этом все с практическим применением. Такое редко встретишь. А в Челябинской области создан первый в регионе экскурсионный маршрут по заводу промышленников Демидовых. Это чугунно-литейное и железноделательное производство было основано в 1757 году. Сейчас это старейшее действующее предприятие Южного Урала. И на этом пока все. Следующий выпуск новостей через час. До свидания.
Так, Никит, значит, теперь садитесь. Сейчас вам приведем эксперта. Эксперт называется Дмитрий. Никит, конечно же, Катар и, конечно же, Шри-Ланка. Ладно, в общем, интонация и новости – это долгая история, потому что переходите, конечно, на форму приобретать. Сейчас вам придет Дима. Я тебя поддержу. Дима? Или Олег? Олег. Да Дима хочет. Где же Макрон отказался признавать Россию спонсором терроризма по просьбе Зеленского? Красиво. Вот, ну и так далее. Я думаю, что вы в теме. Здесь задача максимально вопрос на сегодняшний день, да, максимально плотно раскрыть. Конечно, от вас требуется вступление к теме, и опять, когда уже с Олегом поговорите, его откланяете, вы еще раз представите, нужно будет подытожить, о чем вы только что говорили, да, выйти на какую-то точку. Ребята, операторы, а вторая и третья камера дублируют друг друга. Против или еще? Да. А, Никита, это третья камера, да, общаюсь с собеседником, да, который на нас представляет. Пускай представляет. Все, можно? Никита, готовы? Да, готов. За шапочку, после шапочки. Шапка, мотор со второго. Добрый день, это отражение в студии Никита Макаров. У зеркала, как известно, нет ни верхушки, ни дна, а вот у отражения всегда найдется и голова, и ноги. Разбираемся с экспертами, как события сегодняшней реальности отражаются на наших жизнях. Сегодня Министерство обороны Российской Федерации заявило, что удар в Кременчуге был нанесен по складам техники и вооружения, которое было передано Соединенными Штатами Америки и европейскими союзниками Украине. И торговый центр, и пожар в нем – это было лишь следствие детонации этих боеприпасов, которые находились рядом. Также есть много сомнений относительно тех кадров, которые Украина показывает относительно попадания ракеты ПВО в дом, который находился рядом с заводом «Артемом». Что все это значит? Где же все-таки находится правда? Обсуждаем с Олегом Васильевым, экспертом, который сегодня пришел к нам в студию. Олег, добрый день. Здравствуйте. Олег. Как вы считаете, мы сейчас видим, что на наших глазах разворачивается еще одна информационная история а-ля Буча 2.0? В общем-то, да, она никогда и не прекращалась, информационная эта история. Естественно, они, хотя это не естественно, почему они пытаются, для чего им это нужно? Начнем с этого, пару раз, как вы думаете, для чего нужна эта информационная война? Здесь я с вами полностью согласен. Именно для этого и делается. То есть пытаются выключить, а находятся люди, которым это выгодно. Это же можно сплавить старое оружие, избавиться от него за хорошие деньги. Ведь никто же не сказал, что в Украине все это бесплатно. Вот сегодня прозвучали заявления о том, что вы говорите, что старое оружие, но США сказали, что готовы рассматривать предоставление современных систем «Земля-воздух». А как вы думаете, это реалистично после вот этих конфликтационных угроз? Ну, скажем так, старые для кого? Для Америки, конечно, это старые комплексы «Земля-воздух». Никто... Здесь работают корреспонденты. Здесь корреспонденты, сотрудники телеканала. Продюсеры, да. Ага. Немало. Сейчас можно пройти. Мне кажется, уже не следует.
спросил, что сказал. Опа. Смотрите, как. Как вас транслируют. Елизавета, вас и тут, и там показывают. Виктория, и тут, и там. По всем телеканалам. Вторую камеру. Они решили на стене формируется подготовленная картинка. Сюда заносятся столы и стулья, реквизиты. Осветитель выставляет свет по насыщенности, по тону, по яркости. И уже режиссер по громкой связи говорит, что первая камера, приготовься. Все, он не двигается и слушает команду. То есть операторы на каждой камере всегда по оператору? То есть нет такого, что один оператор сидит, камера настроила, нет, просто... Нет. Вот и, да, у каждой камеры свой. Вот даже вот кран камеры, тоже он еще управляет вылет стрелы, наезд. Именно в студии? Нет, именно здесь. А, именно? Да, оператор должен следить. Но имеется не в аппаратный, а находясь в этой студии? Да, 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 оператор здесь все время находится. Здесь также находится осветитель. Я еще раз говорю, потому что он должен понимать, как свет падает на ведущего. А гример тоже находится, если что-то подправить? Или нет? Или... Ну, гример, ну, скорее всего, просто приглашает. Потому что если уже запись началась, то ее стараются не останавливать. Это только в редких случаях, если там что-то с камерой или еще что-то. Здесь пишутся какие программы? Тематические там... Какие у нас программы-то есть? Я давно не следил. Не, я просто до этого, там, год назад я в Ingest работал. Там еще помню, что сейчас поменялось. Там, не знаю, там, за дело, что еще правда, наверное, пишется. Новости здесь никакие не пишутся? Нет, здесь новостей нет. Новости в соседнем павильоне, куда мы с вами пойдем. Ну и я вам рассказал, что за столом режиссера сидит человек, который регулирует скорость прокрутки субтитров. Да, отвечает за телесуфлер. Да, да. Ну и работает сам телесуфлер. То есть ведущий смотрит в камеру, здесь с телесуфлером работали, спасибо. А, вы работали? Ну, да. Да, да. А, ну у вас профильный этот. Мы там работали с суфлером. То есть вы можете мне что-то рассказать? Да. Не знаю. Смотря что за... Ну, мы вчера закончили мастерскую телеведущего в школе Первого канала. А. То есть у нас это... Мы специально напросились к вам. Да, мы до этого работали. Но в бэкстейдж нас не пускают, только мы живем только в одной студии. А, да, да. Поэтому все, что за студией, мы не знаем. Ну да, все-таки иногда полезно. Нет, знаешь, как все происходит. Да нет, это круче. Но у вас, короче, если он вдруг сломается, то на листе А4. Ну да, просто вчера, например, была запись, их вообще не было, и мы все время подвесили не мы, а даже... Будем работать, как Анна Шатилова, без телесуфлеров. Все наизусть. Так, вот здесь... Какая тенденция? Все сидят в темноте. Ну, потому что... Так комфортнее смотреть на экран, наверное, мне так кажется. Да, вот там комфортнее смотреть. Так, вот аппарат у нас, первая студия. Студия у нас тематическая. Вот здесь уже установки. Пульт режиссера. Здесь сидит режиссер. Режиссер смотрит на камеру, какая ему картинка нравится, и нужную картинку уже выдает программа, которая уже пишется в Ingest. При этом там пишется не только программный вектор, потому что режиссер смотрит, но и с других камер, потому что на монтаже может не понравиться картинка, могут что-то поменять. Соответственно, в самом павильоне другие камеры, то есть оператор,
Он должен визуально видеть, как свет падает на ведущего. Ну, мы сейчас туда пройдем, сейчас вот свет, надеюсь, включат. Если есть свободные там, GoPro, фотоаппараты, то есть все, что вот оператору нужно, треноги, вот они там стоят, штативы, микрофоны, свет, вот все, что нужно оператору, он сюда приходит, у него есть заявка от координации, куда он едет, что нужно ему собрать, здесь все собирается, и он уезжает. Соответственно, когда приезжает, все сдает, все проверяется, флешки, инжест, камеры сюда, аккумулятор на зарядку. То есть аккумулятор, соответственно, все время заряжается. Поэтому вот такая вот у нас комнатка. Но вот здесь вот, ну, вот можете подойти сюда, вот все камеры. То есть нет такого, что у оператора, например, закреплена какая-то определенная камера и штатив, и он всегда ей пользуется, нет? Нет, нет. У нас есть комплекты, они пронумерованы, но если вдруг оператору там, чем-то понравился комплект номер 3, и он свободен, он берет комплект номер 3. Угу. То есть они пустыми приходят, пустыми уходят? Да. Угу. Ну, часто лучше с айфоном. Угу. То есть, как казалось, для таких вот коротеньких видео, вот как мы проходили там, это там съемка для программы, подсъемка. Uh-huh. То есть, если куда-то выехать, просто все снять, все нормально. Микрофоны, да, тоже? Да, ну, да, микрофон это... Или это... Ну, это как для пушки. Да, насадки. Да, насадки на микрофон. Такие мохнатки называют. Uh-huh. Это ветровые защиты. Угу. Uh-huh. Так, пойдемте дальше. Вот, теперь уже один из самых важных постов, потому что любой материал, который приходит нам на канал, неважно каким способом, снимают операторы на камеру, приносят флешку, либо идет заказ на скачивание с интернета какого-то материала, собственное производство какое-нибудь, то есть съездили, сняли что-то, привезли. Это все попадает в систему через этот пост, ingest. То есть, ну, идет внедрение. Также записи со студий. У нас две студии. В одной, по-моему, три камеры. Четыре. В другой четыре. Соответственно, здесь также идет контроль сигналов с камер. Если вдруг микрофон не включили или картинка сыпется, сразу же по громкой связи. А как называются должности сотрудников, которые сидят за этими креслами? Инженер, инжестер. Угу. А где находятся продюсеры, которые, вот, например, отправляют операторов и корреспондентов? Это мы к этому еще придем. У нас немножко маршрут изменен. То есть, по-хорошему, вас нужно сначала вести в ньюсрум, и вот, а сюда уже в конце подходить. Да. Но так как... Куда лучше идти в конце, потому что ньюсрум и студии там находятся. Так, здесь еще. Также сюда с центральной аппаратной заводятся сигналы с внешних линий, также происходит запись. Ну и любая запись, соответственно, начинается с команды инженера поста инжеста. Потому что если он запись не начал, там записывать нечего. Да? То есть, как все думают, что там самый главный режиссер командует. По факту, нет, режиссер все равно выходит сюда, говорит, ребята, мы можем писать? Здесь нужно, соответственно, подготовить запись. Mm-hmm. И уже начать писать, проверить ее, что все пишется. Mm-hmm. Ну и, соответственно, также все с интернета, все, что скачивается, на жестких дисках, полностью любые носители информации, которые приносят. Все включается здесь, соответственно, конвертируется под тот формат, который принят у нас на телеканале. Mm-hmm. То есть абы какой не подойдет. Ну все, здесь инженеры сидят сутками. Сутками. Да. А что, кресло не работает? Сутки через. Ну, сутки через трое. В смысле, все 24 часа на работе? Ну, да. Да? 24 часа, да. Потом трое суток отдыхают. Нет, ну, график 3-1, все-таки чисто. Это нормально. Но здесь, если ночью работа есть, при том плотно, допустим,
Есть у вас ведущие, которые в ночном эфире выходят? Нет, у вас ночных эфиров нет. Ночью какие-то сериалы показывают, да? Вон у вас идет какой-то сериал на какую-то орбиту с Хабенским, да? Ну вот я так не подскажу вам по сетке. Ну да-да-да. Нет, вот. Нет, только эфир круглосуточный, но прямые эфиры только днем, по выходным записи идут. Ну а все остальное забивается производством собственной программы. Потому что у нас же, так как студии две, одна студия новостная, другая уже тематическая. Соответственно, тематические программы снимаются, потом монтируются и идут в эфир. Вот. Ну и, соответственно, все, что это снимается, все сюда приносят. То есть у нас здесь вот, получается визуально так поделено. Здесь новостная часть, здесь уже продакшн, производство. А вы только заступили на сутки утром или... Ну, в 9 утра успеется. В 9 утра. Ну, есть время стримить тоже среди ночи? Ну, по-разному, мы сменяемся. Это же ведь внимание все равно рассеивается, нельзя же целые сутки человеку... Ну, у нас здесь четверо человек, как правило. Так, здесь не один человек, один бы здесь... Двое суточников, мы не можем сменить по ночам. Меняют друг друга. Это вот так же, как в эфирном аппарате, но она не здесь, не в этом комплексе, она чуть дальше, куда, к сожалению, попасть не получится, но там также суточные смены, но при этом там нужно еще за эфиром следить. То есть вот чем-то похоже вот на эту работу. Здесь тебе приходят, дают флешки в руки, а там ты сидишь и смотришь телевизор. Так, еще вопросы есть? А новости у вас идут в записи или в прямом эфире? У нас 8 часов, но в записи только так. Ага, то есть ведущие приходят и отрабатывают 8-часовой эфир? То есть сейчас идет прямой эфир? Да. Нет, сейчас в студии перерыв. Сейчас закончим с прямой эфиром. Сейчас там будет перерыв. А что это вот прозвенело, это что значит? Илья, смотри. Посмотри на это. Нам надо было Дмитрия Губерниева вытащить. А почему ты не попросила? Ты же вчера с ним встречалась. Он сказал, он быстренько, кто вообще лица у тебя? Сказал он. Телефон, фотоаппарат, видеокамеру, берите все. Можно центральный аппарат. Здесь идет контроль всех сигналов, которые к нам приходят. Как внешних, так и внутренних. Также контроль эфира. И если вдруг что случается, идет центральный аппарат. Записи,